Красноярске началась подготовка к празднику осетинской культуры, который состоится в Краевом центре впервые. Сегодня городские власти встретились с представителями региональной осетинской автономии. Двухдневное гуляние пройдет уже на этих выходных на острове Татышев. Гостей ожидает множество развлекательных, познавательных и интерактивных площадок. Здесь будут представлены картины известнейших осетинских художников, народные костюмы и ювелирная выставка. Организаторы построят подворье, сторожевую башню и покажут традиционный быт. Всех гостей обещают угостить национальными блюдами, которые приготовят здесь же на острове. А самые маленькие гости праздника смогут посетить множество мастер-классов. Также для красноярцев и гостей города готовят концерт, на котором выступят лучшие осетинские коллективы мирового уровня. Все, кто увлекается культурой, историей, живописью, архитектурой, могут это увидеть. Причем не надо за это платить. Это первое. Второе, здесь будет очень серьезный концерт. Это вот на ваш вопрос, будут ли танцы, будет ли музыка. Здесь все артисты, которые сюда приезжают, они все именитые. 22-23 июля этот праздник гостеприимно откроет свои двери для всех желающих. И каждый, кто окажется здесь, сможет на самом деле получить уникальную возможность окунуться в вот эту колоритную, неповторимую атмосферу Северного Кавказа, Северной Осетии, которая здесь уже создается.